Самые актуальные вопросы для граждан высокого возраста с пенсионерами, которые проходят курс оздоровления в комплексном центре соцобслуживания, встретились окружные парламентарии. Такие встречи проходят регулярно вот уже второй год. Депутаты и представители органов госвласти рассказали пожилым людям о принятых на последней сессии законах, о мерах социальной господдержки. Пенсионеры, в свою очередь, высказали пожелания и задали интересующие их вопросы. Нам важно, как депутатам, отчитаться перед жителями округа, перед нашими избирателями. И бывает на таких встречах очень много вопросов. Вопросов различных по различным направлениям жизнедеятельности округа, по городским проблемам, по авиаперевозкам, по медицинским обслуживаниям, по лекарствам и так далее, так далее. Стараемся на все вопросы ответить, дать квалифицированный ответ. Ну а по тем вопросам, которые требуют проработки, конечно, берем на заметку и уже в стенах собрания депутатов прорабатываем и принимаем те или иные решения.